50 миллионов рублей выделят на проведение спортивных мероприятий в рамках Года здоровья и активного долголетия в Башкортостане. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на первом заседании организационного комитета. По его словам, масштабные мероприятия должны охватить разные направления спорта. Речь идет в том числе об Уфимском международном марафоне и Дне тысячи велосипедистов. Всего из бюджета республики выделят 10 грантов по 5 миллионов рублей на проведение мероприятий. Всем направлениям. Я говорю, бокс, смешанные единоборства и так далее. Везде, где есть так или иначе возможность популяризировать, крупные мероприятия провести. Поэтому 10 мероприятий, 10 грантов готовьте. Должны быть, конечно, мероприятия, точно подчеркивающие популяризацию спорта, активного образа жизни. Это вот в программу добавляем сейчас и формируем вот такой подход. Соответствующие поправки в бюджет республики внесут в самое ближайшее время. К концу недели Оргкомитетом Года здоровья в республике будет дополнен план предстоящих тематических мероприятий. Ну, кроме того, по словам министра молодежной политики и спорта Руслана Хабибова, в 2021 году планируется привлечь к здоровому образу жизни через сдачу норм ГТО более 70 тысяч жителей республики. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 58 тысяч.